каждом городе есть своя особая атмосфера, уверена организатор выставки Анна Гадильшина. Художники постарались передать колорит именно нашего города, поэтому название вернисажа родилось сразу – «Одинцовская колоритность». Пригласили к участию всех желающих, у кого есть какие способности в фото, искусство и живопись. Поэтому тут есть и любительские работы, очень интересные, замечательные работы, есть профессиональные работы профессиональных художников. Это собрание уникальных арт-объектов, живописи и фотографий с родными сюжетами. Всего около сотни работ. И их можно увидеть только здесь. Идею организовать такую выставку Анна вынашивала давно, но реализовать задуманное удалось только накануне Дня города. Это вдвойне приятное совпадение. Огромное спасибо тем людям, которые пришли и поучаствовали в этой выставке. Совершенно, на мой взгляд, очень такой хороший душевный проект. Выставка посвящена Дню города Одинцова. И я надеюсь, что всем нашим посетителям очень она понравится. Природная красота окрестностей на холстах и фотографиях наших земляков. Эти трогающие душу работы должен увидеть каждый, уверен организатор. 31 августа, День города, 13 часов. Пожалуйста, приходите, вход свободный. Можно все посмотреть, поучаствовать. Примечательно, что на выставке «Одинцовская колоритность» выставлены работы и учеников Анны. Самая юная из них, Екатерине Солдатовой, всего 7 лет. Увидеть родной любимый город глазами художников и фотографов можно будет до 5 сентября включительно. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».